Благотворительная организация «Русфонд» объявила сбор средств на лечение трехлетней Евы из Ординского района. У девочки тяжелое заболевание, повышенная ломкость костей. Помочь хрустальному ребенку может каждый. Как это сделать, расскажет Сергей Овчинников. Скажи, как тебя зовут? Ева. А сколько тебе годиков? С первого взгляда Ева самый обычный трехлетний ребенок. Любит рисовать и играть в куклы. Разве что игры с бабушкой все больше выходит не очень веселая. Она еще любит, что кашки варим, куколка. Все с ней. Больничку доктора и парикмахера. Ножки болят. Вот что запитывать их надо. Болит. Так вот, все, они вылечились. Укольчики поставить. Первые проблемы у Евы начались в годик. Просто бежала по коридору, споткнулась. Результат – перелом бедра со смещением. С тех пор за два года у девочки 11 переломов. В мае этого года после анализов ей поставили официальный диагноз – несовершенный остеогенез 6-го типа. Спонтанная мутация генов или попросту хрустальный ребенок. Вторая ножка с июня месяца начала тоже ломаться. То есть она ломается, просто может повернуться на бок и бедро сломает. То есть мы даже не сидим, не ходим, не ползаем уже два года. За два года сидели 3 месяца. В сентябре благотворители помогли собрать семье 500 000 для реабилитации в Москве. После этого девочка стала хотя бы спать по ночам, не испытывая постоянных болей. Теперь задача сделать операцию, вставить в хрупкие кости раздвижные металлические штифты. Учитывая, что в правой ноге мигрировали ранее установленные тены, девочка сейчас не может двигаться, постоянно лежит. Это сказывается на ее общем развитии. Еве как можно скорее требуется операция по установке на левое бедро телескопического раздвижного штифта. Надеюсь, после проведенного лечения Ева снова сможет двигаться. Стоимость операции 1 624 000 рублей. Со сбором денег помогает Русфонд. Вся собранная сумма отражается на сайте в реальном времени. Таких денег у семьи из Красного Исыла, конечно же, нет. Даже с небольшим деревенским домом вскоре, скорее всего, придется проститься. Чтобы быть ближе к врачам, семья готова переехать в Пермь и там снимать квартиру. Приобщиться и помочь Еве может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость сообщения 75 рублей. Можно зайти на сайт или скачать приложение для смартфона. Все это дает девочке шанс еще раз заново научиться ходить. Сергей Овчинников, Матвей Вершинин. Вести. Пермь.